Ксения Юдаева сообщила, что повышение ставки Центрального банка Российской Федерации может привести к укреплению рубля в среднесрочной перспективе. Повышение ключевой ставки Центрального банка России с 5,5% до 7% может не только удержать падение, но и начать укреплять рубль. Об этом сообщает Нира Аксакал со ссылкой на заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой.